Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Не знаю, когда вы смотрите этот матч. Мы смотрим за ДПЛ, сезон номер 6. Осталось сыграть две игры в рамках групповой стадии. После этого остается лишь плей-офф, и матчи, понятное дело, остались принципиальные для команд. Мы посмотрим за противостоянием команды Ихома CDC. Второй матч игрового дня на ДПЛе Ньюби против команды Таичи. Матчи... Второй матч не так принципиален конкретно для команды Таичи, потому что они уже имеют счет 0-0-4, и они, скорее всего, если только все не откажутся, уже не попадают в плей-офф, в то время как у Ихома CDC ситуация чуть поинтереснее. Ихом занимает вторую позицию, CDC третью позицию, IG Vitality четвертую позицию, и там достаточно серьезная борьба. Если у Ихома 4 балла в активе, то CDC и IG Vitality 2, то есть они находятся в зоне вылета. Обе эти команды, и CDC желательно здесь сыграть, ну, хотя бы ничего, желательно и победить. И только тогда они будут гарантировать себе выход в плей-офф. В плей-офф выходят 3 команды, Gwichi Gaming гарантированно в группе А. Ну и узнаем, Ихом, CDC или IG Vitality выйдут вместе с коллективом Gwichi Gaming. Да, стадия драфта у нас уже подошла к концу. Мы видим, что снова открывается Phantom Assassin, полюбившийся герой на большинстве нынешних профессиональных турниров. Этого героя обожают, пикают его постоянно. И заметьте, банят Phantom Assassin крайне неохотно, крайне редко. Удивительно, что только на второй стадии бан в Grimstroke отъехал. Никто его на первой стадии не взял. То есть потенциально CDC могли бы взять себе... Дабл пик Phantom Assassin и Grimstroke, но они этого не сделали по собственному желанию. Ну что ж, это их право. Ну и Ихом Леон, у Ихом Дазл, у Ихом Хускар, Бримастер. Измененная часть героя, каждый из них претерпел изменения. Кто-то масштабные, кто-то минорные. И лишь Рак, которого, кстати говоря, практически никак не меняли. Герой такой же, как и в предыдущем патче. Так, ну и последний пик — это Лина. Лина для команды CDC в противовес Лишраку, который отправится на центр против Лины. Матч должен быть интересным. Напомню, формат на ДПЛ в рамках групповой стадии Best of 2. Ну и CDC, как я уже сказал, нужно минимум брать ничью. При поражении у них будут проблемы. Не знаю, будут ли там переигровки, либо что-то в этом роде, но... Возможно, там будут учитываться показатели личных встреч. Поэтому желательно CDC в этом матче победить, либо забрать одно очко, то есть сыграть 1-1. В таком случае переигровок не будет, и CDC проходят в топ-3, попадают в плей-офф. В плей-оффе уже Gwichi Gaming LGD, как я сказал, они находятся в втором раунде и ждут своего оппонента. То есть у них будет матч аж 29 и 28 декабря, то есть под Новый год. Очень-очень нескоро. Ну как, относительно нескоро, до Нового года 3 недели осталось. Соответственно, через там чуть меньше 3 недель мы увидим заключительные матчи ДПЛ. Ну что ж, ждем начала игры. Посмотрим по линиям, будет ли что-то Ихом менять. Или будут стандартные линии, в зависимости, ну, как и по героям мы увидели. Или как-то постараются поменять расстановки, например, на центре. Ну, скоро это и узнаем. Скоро это узнаем. Ох, высокий уровень у ICD. 18 аж. На самом деле это сильно. На самом деле это сильно. Запули на танк, дали шрак на мид, Лина на мид. Тут ничего необычного. Готовы, такое ощущение, CDC идти на нулевой минуте убивать людей. И потенциал у них для этого огромный. Есть андайнг, есть лордар, есть Лина. Урона много, тусика можно и закатиться, и дать отличные шарды, и
даже Хускара, ну, а что даже? Ну да, у него 800 хп, но убить его можно. Заметили противники как минимум одну цель. Стоят на хайграунде. Леон в классной позиции. Леон дает подкоп. Рэвэдж по троим. Ну и все. Конец истории. Да, хороший. Хороший декей дал. По двоим попал. Но свободно и хом при этом контролирует руну на топе. Никак ему препятствовать не могут. И хом есть шарды. Но нет, точно и близко. Но немножко не повезло. Не получилось, не получилось. Пятером пошли. Да, твою и две руны. Чужие, чужую и свою. Но хотели, конечно, получить чуть больше. Да, да, да. 2-2 по рунам. Пока мы видим триплу снизу, Undying, Туск и Phantom Assassin. Я думаю, что чуть позже все-таки Слардару придет плюс один. Хотя, если там будет линия 1-1, то я думаю, Слардар готов постоять вот так вот соло. 1-1 с Брюмастером. И, в принципе, тут линия должна быть достаточно комфортная для игроков. Продал, по-моему, топорик, купил себе стики. Брюмастер. Так, ну да, снизу пока один Леон. Дазлик смещается вниз. Это Дазл, как вы понимаете, кор. Хотя, наверное, насчет кора я загнул. Нет, нет, конечно, это... Навряд ли это кэрри Дазл. Да, это Фейт Бьян. То есть сейчас просто будут у нас какие-то перемещения. Перемещения будут, да. Пошло против Фантомки стоять, против Андаинга и Туска. Удовольствия нет никакого. Атака на Undying, но Undying может по двоим дать декей. Нужно действовать очень аккуратно и хомом здесь. Фэтбиан не на кэрри, конечно, на третьей позиции. Как я сказал, на кэрри Дазлов я как-то вот не припомню. А тройку мы видим постоянно. На Винтерклэше мы видели этого героя на позиции 3. Очень круто себя проявляет. Покупает себе быстрые некрокнижки. И начинает спамить линии. За счет своего ультимейта откатывается некро достаточно быстро. Позволяет себе практически постоянно нажимать некрономикон. Фармить, пушить в будущем и довардить. Штука классная. Ну, единственное минус, что ты ими постоянно фидишь. Хочешь ты этого или нет, соперник, если понимает, что может убить беспрепятственно, он просто та же фантомка прыгнет и убьет твоего некра, и получит очень много денег. Если от красного хоть какой-то получит урон, то от синего урона не будет никакого. На центре. Пока равенство. Лина 11, лишь рак 10. Тут все очень спокойно. Хотя я думаю, что как раз на этой линии не может произойти один из первых фрагов при появлении уровня 6 у Лины. И при какой-то легкой ошибке от Лишрака сразу же стан, и можно будет пытаться убивать. Ну, либо при каком-то смоуке. Хотя, конечно, не отрицаю, что и снизу здесь может что-то быть. Ох, нажимает Шейкер. Туск с ником Шейкер. Тактим. Их немножко пробил Леона. Хотя, конечно, этого маловато. Контроль невидимости, слушайте, ну может быть, но жаль, уровень слишком низкий, хотя у Лишарка очень мало здоровья, можно попытаться, но эту руну контролировал Лишарк, хотя при этом никак особо на это не реагировал, да, то есть спокойно готов был получать задувочку, пару ударов, а глядишь, там бы и стан мог зайти, на самом деле начал бы XM через стан, можно было попытаться и убить, даже при наличии только второго Драгонслейва. Уходит Undying на базу, у него много здоровья, но нет маны, без маны как-то здесь стоять не хочется. Закупает много расходников, варды, здоровья, ману. Но пока только уровень один. Не очень-то хороший результат. Леон делает отводы на даблстак. И сейчас все это будут аккуратненько фармить. Донать крипов и зарабатывать золотишко. Пришла сюда фантомка. Ну а Хускар на топе свободно фармит, я вам скажу. Да, Слардара против Хускарта линии не очень приятная. Как ты будешь Слардаром стоять, тебе постоянно залетает копья. Ну, сейчас Брюмастер тут окажется в баше. Дальше что делать, не ясно. Больше урона нет, и Брюмастер спокойно может размениваться дальше.
Ну, хотя вот теперь вот уже опасно. Тэг тим. Прямастер нажимает стики, пытается убежать. Пытается Кускры тут всех откинуть прочь, но ставит идеальные шарды. Параллельно убили Фантом Ассасин. Здесь пока погибает Брюмастер. Хускар может пойти до КТ с Лордаром. Да, копья работает. 4 стака висит. И это хватает запасом. 2-1. 2-1. Фантомка погибла. Честно говоря, не знаю, как это могло произойти. Дазл, Леон. Ну, понятно, что это был подкоп. Но... Ну, у Фантомки блюр. Даже с блюром не хватило. Вау. Интересно. Интересно. Даже блюр не помог. Еще одна атака на ПА. Poison VC, Phantom Assassin в этот раз просто упрыгивает. Но хорошенько погоняют, хорошенько и хомы, не дают GTV вообще. На центре по-прежнему скука. Если мы говорим про попытки убить. Хотя Лина стан, задувочка. Молния на развороте, стан на лишрак отменяет. Мог бы попасть, но, видимо, решил, что в этом нет никакого смысла. Просто потеря маны. Но лишраку тяжеловато, мало остается здоровья. Нужно где-то восполнить ресурсы. Контроль баунти. И хом забирают... Три руны, и только одна руна достается команде CDC. Конечно, все это сказывается на экономику. 2000 уже за команду Ихом. Дайв Туска. Туск уходит в шарик. Ну и примерно понимает, куда он полетел. Пытается убежать. Есть таксим, есть хороший краш по двоим. Есть телепорт сюда от Андаинга. Андаинг дает Экей. Кускар всех раскидывает прочь. Может быть, есть смысл здесь все-таки подраться, а не уходить. Уйти слишком трудно будет. Хотя Фейза есть, танга прокушена. Реген хороший. И убить Кускара реально уже сложно становится. Ох, баш. Залетел. Фэри Файр. Очень долго живет Кускар. Пивко от Брюмастера подкинули. Сноубол пошел. Пытается Кускар откинуть всех. Но сюда пришел Туск. И он не простил. Погибает, правда, Слардар. Брюмастер дает крит. Шарды есть, но неудачный. Проход не закрывают. И спокойно Брюмастер уходит. Там на центре. Выходит Леон. Лина это заметила, но не попадает станом. Леон просто отстанивается и уходит. Лишь рак видит Андаинга. Оп-па-па. Стан попадает точно как надо. И Андаинг должен погибать. Так, минус Андаинг. Еще один фанг для команды Ихом. Так, тут еще и Туск подставляется. У нее есть сноубол. Отключается ультимейт. Есть секс. На хосте Лина. Шарды закрывает проход Лишраку. Лагуна Блейд просто сразу же. Этого хватает. Дазл погибает снизу, но Фантомка и Слардар оказались вдвоем. На центре продолжается атака. В этот раз на Леона. Леона также убьют. Отличный камбэк в исполнении CDC. Очень много они отыграли буквально тут за минуту. Ну, это хорошо. Вернулись, вернулись. Казалось, что уже вот как-то прям все плохо стало в один момент. Ну, небольшие перетяжки, необходимая руна способствует камбэку. 1000 остается у команды Ехом. Перейдем на нетворса. Хускар первая позиция. Хускар сейчас два брейсера. Дальше армлет. Все уже по классике этого патча. Дазл в опасности. Мне кажется, Дазл в большой опасности. Он пока не понимает, что к нему выехали все тут, кто только можно. Пытается прятаться. Крутую позицию выбирает, но его здесь находят. Есть отличный подкоп от Леона, но дальше Леон делать ничего не может. Есть шарды, еще и Леона закроет. Надо хоть как-то разменяться. Подходит Бримастер, закидывает пивка, дает клэп. Есть убийство на Слардаре. Полетели на Дазл, Дазла убили. Подкоп по двоим снова от Леона, но слишком мало людей. Ставится Том Стоун. Замедление просто невероятное. Это зомби, это дагер, но Леон пока каким-то образом уходит. Леон, скоро появится подкоп. Есть шарды, подходит сюда Андаинг. Нужно копать. Подкоп ждет до последнего. Леон копает двоих. Отличная работа. Леон пытается уйти, но срабатывает соларип. Есть сноубол. Тусик живет. Используется фласка. Андаинг без маны пытается уйти. Какой-то просто шок происходит. Бримастер видит этого туска. Очень прям он сладкий, вкусный. Стики используются. Можно дать шарды. Отлично перекрывает проход и уходит. Лина погибает тем временем на центре. Как я понимаю, тут Слардар постарался вместе с Лешраком. Лишрак ушел на базу. Там был размен с ультимейтами и с прочим. Но 2 на 1. Размен выиграли и Хом. Именно здесь. Но преимущество по-прежнему только 1000. Очень у нас активная, агрессивная дота. Так, фантомочка. Подходит Брюмастер. Ну, снова оставляет одну па, конечно. Одно и тяжело. Хотя скажу, что учитывая такую линию, учитывая такую агрессию, неплохо держится. Телепорт от Туска. Брюмастер сразу же понимает, что лучше отсюда уйти. Шарды не совсем точные. Брюмастера не закрывают. Помогает ему скорее даже побыстрее уйти.
Так, в Blur уходит Phantom Assassin, пока он не так полезен, да, как может быть на последнем уровне прокачки. Ну, именно в плане кулдауна. Конечно. Быстро тамбу пытаются разрушить, ребята, да, тамбу нафидели, плюс 125. Выходит сюда Лина, а вот теперь нужно бежать. Бремастера нельзя отдавать, хотя это всего лишь саппорт, но сколько он работы много делает. Смещение практически всей команды, в то время как свободно на центре лишь Рак может пофармить, может попушить. Не знаю, почему он уходит, на самом деле мог бы сейчас. Ну, да, без диаболика пушит так себе, но даже руками можно было там хорошенько побить. Тавр там 6, 7, 8 ударов сделать. Лишним бы не было точно. Пошли на поиски CDC в лес. Отличный скан от Хихом. Пропалили противника и все. Конец. Надо возвращаться назад. Ну и назад на рунах находит нужную цель. Лагуна Блейд. Наконец-таки этого Бремастера убили. Ну и Дазлик отсюда уйти будет непросто. Хотя есть подкоп, но подкоп не самый лучший. Еще и Леона в итоге контролирует. Леон погибает. И Дазл без Шилой Грейва пытается тут как-то жить, пытается хилиться, пытается мансить. Задувочка плюс дайгер, и это легкое убийство. Пришел Бремастер на центр по экспедиции. Нужно ему получить шестой. А то как-то без него грустновато. Книжки я вот не видел. Купил ли кто-то, но подозреваю, что навряд ли. Либо Бремастер ее прочитал, этого все равно не хватает. Не знаю. А, вот она где, книжка у Леона оказалась. Леон решил прочитать. Да, у Леона также ультимейт крайне полезен. Может быть. Так, ну снизу Брю вышел, но ультимейта нет. Есть два героя еще за Брюмастером, но успеет ли за кем-то? Хотя бы за Андаингом нет. Там крит по Леону прокает, замедление дикое, или он не успевает. Так, ну Хускар, ждем от него армлета. Конечно, Хускар не сдался, вот этот сноубол. Да, у него неплохой нетворс, но как-то вот маловато он пока убивает. Два телепорта. Сразу же эту башню пытается защитить. И не только защитить, но еще и убить. Вся команда практически приходит. Хускар тут всех раскидывает прочь, но не на очень долгое время. Ребята быстро возвращаются назад, и Хускар уничтожают. Башня упала от сил света. Не задонаили ее, но все равно приятного немного. Так, там Дазл снова убивает на топе. Ну все, как-то поплыли. И Хом так круто начали. И пока только смерть. Ну, па, попытка убить Пейнгер. Да, 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 это, конечно, быстро. Это, конечно, было быстро. Так, ну и вот. Вот. Урон-то у Леона потихонечку увеличивается. Для него это первое убийство. И теперь Фингер будет на 50 урона больнее. Угу. На центре Лина, Сиулам, атака, задувочка, лагуна, успеет ли? Да, успели. Успели, Слардар пытается сделать телепорт, но там, я думаю, на базе догорит, даже если улетел бы. Но он даже улететь не успел, но успел бы, стики бы нажал, наверное, этого всего бы все равно не хватило. Очень опасно, могут убить. Пошел сноубол, но там армлет обузится постоянно, цепляет Туска. Сразу же его приняли. А Туск немножко переоценил ситуацию, казалось, что все, вот он, вот он.
Ну, это классический Хускар на Рошане. Да, армлет есть. Да еще и тиммейты за спиной. Успеет сюда CDC прийти. У них, в общем-то, много времени. Лина там может просто реально руками побить стан. Просто ручками. Окей, Рошана заметили. Брюмастер Праймал сплит. Сейчас просто будут развлекать толпу, пока Рошан плюс-минус падает. Лагоном лишь Рока. Этого, конечно, мало. В циклоне туз. Туз не может закатиться. Рошан падает, а Эггис для Хускара. Ну и все. Отлично, ультимайт Брюмастера. Грамотно оценил ситуацию. Просто ультанул. Ну так еще и кроме Аегиса заберут и Туска снова, еще и Лину зацепили, а вот эта проблема, наверное, самая главная. Надо давать Юл, ну, а что делать дальше, непонятно. Юл не успевает дать, ну и после этого Лину убили, и Хом из бэк. И Хом вернулись, и Хом вернулись, молодцы. Контроль баунти от Слардара, аккуратненько, одну, вторую. Фантан Ассасин третью, четвертую. Вот так вот. Четыре руны в размен на Рошаны, на Лину, на Туска. Ну, конечно, не стоит того. В любом случае, еще и фантомка здесь посмертна. Эту руну забирает. Уйти крайне трудно. Пытается разменяться, но лишь Раку наплевать. Хотя армора у нее не очень много, но пробить его не получается. За ИХОМ очень равная дота. 16 минута. Знаете, в этом патче временами на такой минуте уже все понятно. Но конкретно в этой игре вообще не ясно, кто кого. У нас постоянный переворот. У Слардара появляется блинк. То есть и вроде есть желание нажать смоук, но с другой стороны опасно. Противник Аегис. А если сейчас окажется ИХОМ всем состав, то там можно просто всем сдохнуть. Так, ну смотрите, тут, в общем-то, три игрока. Дазл в смоуке также. Брюмастер промел спит 15 секунд. Вот это, наверное, главный минус. Хускар с Аегисом. Ребята видят, что падает вард. Брюмастера пытаются быстро убить. Получится или нет? Да. Да, Брюмастера очень быстро убили, но у него не было ультимейта. Знаете, он сейчас вернется, может, даже будет так и лучше. То есть потратили кнопки, ожидая, что ультимейт есть, но его не было. Так, урыв от Фантом Ассасин. Дазл моментально шеллогрейв на себя. Шеллогрейв только первый. Кулдаун очень большой. Дазла можно быстро убить. Но пока под шрайном драка. Дазл пытается убежать, получает на себя урну. Там очень много дебафов. Есть шарды, но Дазла убить не смогли. А Хускар убивает просто все. Жесть. Его даже один раз не смогли убить. Это минус 4. Трипл килл для Хускара. Драка без Брюмастера. На него много кнопок потратили. Дазла убить в итоге не смогли. Он просто постоянно хилился. Ну, вот, конечно, Inner Fire, вот эта новая способность, просто какая-то жесть. Хускар всех выкидывает, начинает просто уничтожать. Герои достаточно CDC тоненькие. Ну и, конечно, Леон своим фингером тоже по фантомочке, как понимаю, нормально. Нормально наводит шорох. Он тут даже, да, тут даже фингера не было, по факту. Тут все дело исключительно в Хускаре, который просто бил руками. Так, попытку убить Хускара хотя бы один раз убили. Но Брюмастер и Саэгис. Ребята уже сломали половину Т3 башни. Хускар идет дальше. Хотят ли здесь ИХОМ оставаться? На самом деле могут. У них есть ультимейт. У Брюмастера. Дазла, правда, маловато маны. Но скоро появится Некромика. Да, врывается вот так вот Хускар. Стана Слардара мимо. Там Юл. Лина. Очень больно. Подкоп. Булыжник от Брюмастера. Лину практически убили. Шрак ультимейт подрубают. Убивает Лину. Лина без байбека. Погибает Туск. Я только что сказал, что игра... Только что сказал, что вообще ничего не понятно. Игра заканчивается за 2 минуты. Из ситуации, где ничего не понятно, до ситуации, когда противник сейчас ГГ напишет. Падает линия. Падает линия. Некра очень быстро работают. Ну и, разумеется, вся команда. Диаболики как будто остаются для того, чтобы пойти дальше. Но пойти по миду не выйдет сейчас. Там стоит Т2 по-прежнему, поэтому... Я не знаю, можно было Диаболики нажимать. Если ребят тут... Ну, может, они захотят и на вторую линию пойти. Не знаю, не знаю. Primal Split-то уже не будет. Да, посмотрите просто какой скачок там с 3000 до 10 в одно мгновение. По опыту, конечно, преимущество росло плюс-минус постепенно, там 5, но потом, ну хотя как, было 5, стало 12, такое себе постепенно. Не конец еще, попытка убить Хускара, Хускар выкидывает всех подальше, Брюмастер клэпает, отличные шарды, Хускара закрыли, краш по двоим, мы должны убить Хускара, Хускар воюет до конца, повесил алибарду, начинает бить, как же больно, наконец-то прокает крит, позволили...
Хотя бы раз убить Хускар, но за это, мне кажется, сейчас просто всех накажут. Хекс от Леона высасывает ману, трипл килл или шрак делает. Брюмастер идет за Туском дальше. Там уже на топе крипочки веселятся, и скоро подойдет новая партия. Брюмастер, крит. Подходит лишь рак, еще один крит, молнии, еще один крит, есть сноубол. Ну и станчик от лишь рака, минус. Панча не хватило, ультракилл от ICD. И можно идти дальше. ГГ. ГГ. 15 минута, преимущество 2000, ничего не понятно. Драки идут то в одну сторону, то в другую. Но CDC заваливает драку разгромно. Заваливают драку еще раз разгромно. Игра заканчивается, и хом 1-0. За 19 минут 48 секунд. Прикольно. Прикольно. Ну, в общем, добавить мне нечего. Уйдем на небольшую музыкальную рекламную паузу. Ну ладно, музыки не будет. Я пошутил. Просто рекламную паузу. И как начнется вторая карта, я вернусь в эфир для вас комментировать данный матч.